Хаешки, ребятки, с вами Лекс, и происходит просто что-то невообразимое, ребят, появляются новые скины, и это скин всем известного PewDiePie, и если бы он был здесь, он бы сказал бы сейчас «How you going, bros? My name is PewDiePie», и поздоровался бы с вами. Я думаю, то, что я видел то, что он играет в эту игру, но как таковой, блин, не знаю, задротности у него нету вот именно играть в эту игру. Если, к примеру, многие кланы, к примеру, открываются, вот Hero, я уже 500 раз про него говорил, ему до сих пор даже не сделали скин, но сделали зато PewDiePie. Видимо, за то, что он сделал вклад в развитие этой игры. Блин, вообще классный скин, ребят. Это не единственный скин. Я только что увидел еще один. И вы его тоже увидите в этой серии, я думаю. What the fuck? Отлично. Я не знаю, наберу ли я много очков этим скином. Но, как я знаю, PewDiePie имеет 44 миллиона подписчиков, или вроде даже 47. Не, вроде бы 44 было. 44 миллиона подписчиков, и думаю, то, что, учитывая эту цифру, можно сказать, то, что этот человек довольно-таки удачливый. Иначе ты скин должен быть удачливый, ребят. Давайте посмотрим, может быть, получится что-либо победить. Сразу же сдох. Серьезно, вот только сказал об удачливости и сразу умер. Ладно, смотрим, что у нас здесь есть за скины. Так, это понятно. Но это все старые скины, ребят, вы это все видели по 500 раз. Все старое. Это вот недавно добавили, и PewDiePie-овский. Блин, я только что видел крутой скин. Это что за скин тогда был? Это был чей-то скин, ребят. Нифига себе. Ну, нифига себе. Я сейчас видел, видимо, какой-то скин, который не добавили в игру, но почему-то... Ну, почему-то я его видел. Это вот что сейчас такое было? Я даже не понимаю, из-за чего это такая фигня. У него была измененная рожа, блин. Я, в принципе, это вроде на видео даже заснял. Вот она! Откуда у тебя такой скин, парень? Эй! У меня такого нету. У меня такого нету. Что за ерунда? Ребят, если вы знаете, как достать тот скин. Крутой, новый. Я не знаю, насколько он крутой, но мне прикалывает. Смотрите, смотрите, какой он классный. Какой он классный, посмотрите. Блин, как же мне он нравится. А, серьезно. Слился, блин. Чё за фигня? Чё за фигня? Что же он сделал для того, чтобы у него был этот скин? Вот PewDiePie-овский это круто, круто и классно. Может быть, надо взять какой-нибудь зеленый, просто обычный скин, и мы получим благодаря этому этот скин? Как вы думаете? Мне кажется, нет, ничего не получится, ничего не выйдет. Но надо попробовать, надо попробовать. Может быть, на время именно зеленый превращается в этот цвет. И... Нет, нет, я не угадал, ребят. Ну, это вообще какой-то классный скин. Я не знаю, я таких не видел еще. У него чисто изменена рожа, ребят. Я не знаю, благодаря чему этот чувак изменил себе скин. Потому что я вроде бы не видел никаких скриптов, дающих возможность добавлять свои скины. По крайней мере, так. Ну и не похоже то, что это какой-то скин, который сделан левым чуваком. Видно, что старался какой-то мастер. Мастер работы над скинами. Блин, жесть. Вот мне просто только что сказали то, что добавили новый скин, и я сразу пошел с Лизерио, ребята, и, впрочем, с вами сейчас записываю. Просто пипец. Скин-то добавили, но как его взять? PewDiePie, я уважаю этого чувака в натуре. Этот чувак очень круто делает, очень крутые ролики. Но, ребят, я до сих пор удивляюсь, почему нету скина Hero. До сих пор удивляюсь. What the fuck, я мог его убить. Жесть. А вот и мы убили PewDiePie. Извини, PewDiePie. Как бы я тебя не любил, но ты погиб. Ну, в принципе, я погиб. Но, ребята, этот ролик я сейчас снял именно, чтобы показать вам, что добавили новые скины. Так, а почему не заходит? Почему мне не заходит? Почему? Ну, ладно. Ладно, нажмем просто сюда. Ну, это классно. Классный скин. Я думаю, вам понравится, ребят. Если я найду способ, как его взять, я все-таки вам напишу и сделаю видео. Сделаю видео, потому как его можно открыть для себя. Чтобы любой мог взять этот скин. PewDiePie-овский, я думаю, уже все с этим скином поиграли. Ну, классно, классно.
Прикольно они вообще придумали брать просто, так скажем, аватарку канала и прилеплять вот на ниточке. Прикольно придумали. То есть по-другому-то я, в принципе, лучше бы я точно не придумал бы. Так, сейчас попробуем поставить три... Серьезно? Кстати, все сейчас почему-то жалуются на то, что лагает, ребят. Как вам новые скины? Мне просто интересно знать, ребят. И вообще, как вы относитесь к тому, что сейчас добавляют вот эти все классные новые скины? Вообще, я не понимаю. Просто всяких крутых блогеров, всяких крутых летсплейщиков, начиная с этим JaxPeaceEyes, как так у него... Нигде, вот этот огромный зеленый глаз. Это тоже летсплейщик, тоже ютубер, если вы не знали. И с него как раз таки все и началось. Ох. Как вы к этому всему относитесь, пишите мне в комментариях, мне будет интересно почитать. А с вами был Лекс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Когда только я узнаю, как можно поставить этот новый зеленый скин, я вам сообщу. Всем добра!